Когда в конце 2013-го ребятам с Майдана говорили, что именно этим все и окончится, они не верили и называли это пророссийской пропагандой. Прошло 6 лет, что мы видим? О политической части ассоциации европейцы вспоминают, когда нужно в очередной раз наклонить Киев, а когда речь доходит до стоп, речь уже не доходит. Франция четко и ясно сказала, Украина в обозримом будущем ни на шаг не приблизится к Европе. Пусть это и было сказано мягко и дипломатично. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.